Они четко отбивают ритм, чеканят шаг, ловко вертят палочками и синхронно танцуют. При всем при том держат нелегкие барабаны. Выступление юных барабанщиц – это всегда зрелищное мероприятие, которое может украсить любой праздник, хоть школьный, хоть городской. За ярким шоу стоит упорный труд и многочасовые тренировки. Ансамблю барабанщиц из 15-й школы два десятка лет. Звонкая дробь советского прошлого сопровождает все школьные праздники. И не только. В прошлом году с ярким номером юные барабанщицы выступили на торжественном открытии Преображенского сквера в Бендерах. А в этом уже открывали главную елку страны. Мы в прошлом году приобрели барабаны, они весом до 3 килограмм, то есть для девочек, они были на год младше. Они были в шоке, потому что настолько болело плечо. Мы в прошлом году открывали елку в Бендерах, и они маршировали от ДК Ткаченко до Центральной площади. Это было большое расстояние для них. Новые музыкальные инструменты и костюмы – подарок городских властей. До этого барабанили на старых, еще пионерских времен. Сейчас в ансамбле 16 человек. Команду сыгрались быстро. Вместе учатся в этой школе 6-й год. Понимают друг друга с полуслова и с первого удара барабанной палочки. Признаются, вместе с ритмом научились слышать музыку. Я наблюдаю, были раньше девочки старшие, они играли на барабанах, я всегда удивлялась ими и очень хотела тоже играть на барабанах и выступать на школьной линейке. И вот после 4 класса моя мечта осуществилась, и я пришла к девочкам. Мы стали очень дружной командой, всегда радуемся вместе, переживаем за кого-то, очень дружные мы. Мне нравится звук, мне нравится ритм, который мы создаем, нравятся песни, под которые мы играем. Мелодию тоже. Когда мы выступаем на открытии елки, нам не холодно, потому что мы можем одеть что-то под низ. Когда ты играешь на барабане, там выступаешь, ты не думаешь о том, что тебе может быть холодно. Барабанные палочки взлетают ввысь, и получается мелодия, а еще танец. Чтобы все смотрелось легко и красиво, нужны месяцы многочасовых тренировок. Они проходят не один раз в неделю, перед мероприятиями каждый день. Впрочем, трудностей барабанщицы не боятся. Терпеливо учат движения и уверенно отбивают барабанную дробь. Мы отрабатываем бой, его тяжело бить, особенно если это новый, не привыкли. К этому очень тяжело привыкнуть, потому что вот ты выучил уже старый, а тут уже новый, это очень тяжело. И когда мы репетируем, это мы не боимся делать ошибки, потому что со временем мы это все уладим. Это стереотип, когда люди думают, что девочки не могут играть на барабане. И... Раз, два, три, четыре. Гармония во всем. Ну а чтобы она была еще более совершенной, рядом хореограф. Признается, задача нелегкая, но когда за дело берется профессионал, выступление превращается в маленький мини-спектакль. Номера ставит Надежда Спориш. Много лет на сцене в составе легендарной Третьей Нили. Это намного проще, чем просто танец, потому что в танце движения меняются. А здесь всю танцевальную композицию дети просто маршируют. Очень важно вступить с нужной ноги, и до конца композиции ничего не меняется в плане шага. А сама танцевальная композиция, конечно, тоже есть своя сложность, потому что как из обычного марша можно построить какой-то красивый танец, да, но... У нас, думаю, рисунок, да, создать, чтобы эти рисунки менялись. Думаю, у нас это получилось, мы умеем фантазировать. Творчество увлекло всех. Есть идеи развиваться дальше и создать еще один состав, чтобы радовать город и республику своими талантами. Елена Леонтьева, Иван Зелинский, Бендерская телевидение.